Задавать вопросы надо не мне. Проскурякова публично высказалась о Королёвой. Певица устала от вопросов о бывшей жене своего мужа. Юлия Проскурякова на днях представила свою новую песню под названием «Журавлики». Премьера прошла в один из дней фестиваля «Жара» на творческом вечере Игоря Николаева. Она поблагодарила своего мужа за возможность презентовать песню на большой сцене и рассказала, что это был очень волнительный и трогательный момент. Однако певицу сильно расстроило, что в обсуждении ее премьеры кто-то из комментаторов задал ей вопрос о Наташе Королевой. Проскурякову обижает, что публика продолжает при любом удобном случае упоминать экс-супругу ее мужа. Осенью Юлия отметит 11-ю годовщину свадьбы с композитором, однако ее по-прежнему сравнивают с его бывшей женой. Артистка рассказала, что хорошо относится к Королевой, просто ей надоело отвечать на вопросы о ней. Юлия подчеркнула, своим высказыванием она не пытается унизить ее или призывать к ненависти. Наташа прекрасная артистка, наверняка она тоже приняла участие на «Жаре». Но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор «Жары». Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни. Цитируют Юлию «Экспресс-газета».